Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Realme C61. И сейчас я покажу вам, как настроить таймер в камере. Открываем камеру. Далее нажимаем на значок шестеренки. И здесь мы выбираем таймер и выбираем время. Теперь проверяем, как он работает. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.